Председателю Совета Министров Республики Крым Аксенову Сергею Валерьевичу. Добрый день, ассаляму алейкум, дорогие друзья, дорогие крымчане. Вы знаете, вот сердце радуется, вот такое чувство хорошее, теплое, когда вот видим сегодня такую картину, когда крымчане, причем всех национальностей, сегодня приехали, уважая культуру и традицию крымско-татарского народа, посмотреть сегодня действительно вот то, как организовано это мероприятие, как действительно у нас есть мастера, ремесленники, те, кто сегодня работает, соблюдает и поддерживает свою культуру, традиции своего народа, крымско-татарскую. Мы все, друзья мои, крымчане, вот я сам русский по национальности, я люблю и уважаю культуру, традиции своего народа, но я с точки зрения дружбы и работы, я интернационалист, и я горжусь тем, что среди моих друзей очень много крымских татар, в том числе они и здесь присутствуют сегодня на сцене. Это, поверьте, дорогого стоит, когда вот мы можем организовать такое мероприятие под мирным небом, показать, как мы уважаем культуру, традиции, духовные традиции друг друга, каждого народа. И лично я уверен, находясь вот в таких отношениях, народы Крыма смогут построить наш Крым счастливым, смогут улучшить качество жизни здесь, смогут не бояться за будущее своих детей, смогут четко строить перспективы и понимать, что старости, пенсионеры всех национальностей, всех вероисповеданий будут защищены государством. Вместе с вами мы все это сделаем. Мы не допустили кровопролития год назад, и мы с вами сегодня доказываем, что мы живем в одной стране, которая любит, уважает своих детей, чтит традиции и культуру каждого народа. И имея сегодня такую страну, такого президента, как Владимир Владимирович Путин, имея сегодня наш Крым многонациональный, где мы будем жить в дружбе, еще раз говорю, уважая и ценя друг друга, мы построим наше счастливое будущее и создадим перспективу для наших детей, которые будут всех нас потом благодарить за то, что мы с вами сделали. Поэтому я благодарен всем вам от души, обещаю со стороны моих коллег, друзей, соратников, я уверен, все органы госвласти будут поддерживать развитие культуры крымско-татарского народа на территории Республики Крым. Вместе мы преодолеем все препятствия, которые будут стоять на нашем пути. Спасибо вам, друзья, с праздником вас! Спасибо! Председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову Владимиру Андреевичу. Добрый день, уважаемые друзья! Ассаламу алейкум! Я всех поздравляю с этим весенним праздником! Сегодня действительно праздник весны, праздник крымского народа. Сегодня этот день, когда мы все объединились. И этот замечательный повод, и сам Всевышний нам послал сегодня такую замечательную погоду, когда мы можем обмениваться мнениями, смотреть на произведения искусств наших крымчан, посмотреть на то, как наши кулинары подготовились замечательно к этому празднику, вместе с ними испробовать эти замечательные блюда. Потанцевать мы, например, с нашей делегацией 2 или 3 раза потанцевали замечательно. Сегодня прекрасный день. Нам нужно беречь это единство, беречь этот мир. Ровно год назад мы объединились все вместе, люди всех национальностей, с одной только целью – спасти наш Крым от того безумия, которое происходило в Украине. И нам это удалось. А сегодня нам нужно строить мирный, замечательный Крым. И этот праздник – очень хорошее начало всех начал. С праздником всех! Удачи всем!